Приветствую вас. Вы знаете, перестать чувствовать любовь к парню у вас вряд ли получится. Потому что любовь, если она пришла, без вашего спроса, и уйдет она также, когда захочет. Другое дело, почему вас тяготит любовь, а с какими вот негативными переживаниями у вас связана любовь, и, собственно, почему вы хотите от нее избавиться, от любви, я имею в виду. Это очень важный момент, потому что в самой любви нет ничего плохого, ничего дурного. Но то, как вы воспринимаете ее, то, чего вы от нее хотите, например, для себя, скажем, для своих каких-то потребностей и так далее. Вот это очень плохо. Понимаете, вы бы не хотели избавиться от любви, если бы не желали чего-то через нее для себя. То есть объект вашей любви, он должен по вашему мнению должен вам он должен вам что-то дать, он должен вам что-то предоставить, а вы что-то получите. Вот это вот кардинально неверная позиция, если мы с вами говорим о любви. Любовь – это то, что человеку дарят просто так, безвозмездно, и стараются этим как-то наслаждаться тем, что дарят любовь. А если вы хотите что-то получить для себя, то это либо проекция, то есть проецирование своих потребностей на человека, или это, значит, просто нереализованные ваши желания, которые вы пытаетесь реализовать удобным для вас способом, наиболее таким, знаете, приемлемым для вас способом, я бы так сказал. Вот, значит, то, что можно вам сказать по вашему вопросу.
И тогда несложно, в общем, наверное, догадаться, что для того, чтобы любовь перестала быть для вас чем-то тяжелым, нужно понять, что вы хотите от нее для себя, что вы хотите от нее для себя. И это желание, эту потребность свою удовлетворить. Значит, через личностный рост это можно сделать через проработку своих комплексов, через работу над неуверенностью в себе и так далее. Все вот это, по сути дела, поможет вам преодолеть негативный эффект от любви. Вот, негативный эффект от любви тогда постепенно пройдет, и вы сможете быть свободны, вы сможете ни от кого не зависеть и сможете просто человеку отдавать. А пока вы хотите получить, и пока вы хотите получать от человека, у вас и будут такие проблемы. Нужно понять, что и почему вы хотите от объекта вашей любви получить. А почему именно от него и почему не самостоятельно. Вот так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!